Помолимся. Господи Боже наш, слава Тебе, что жизнь нашу продлил до этого часа. Благослови предстоящую беседу. Положи нам на сердце, от Тебя ли эти наши разговоры. Усмотри нечто лучшее о нас, нежели есть. Благослови наших братьев путешествующих. Александра, Сергея, Валерия, возврати их в мире, даруй исправность транспорту, расположи сердца людей к ним. Научи нас во всем рассуждать и поступать мудро по слову Твоему. Во славу Твоего святого имени, хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Если хочешь, перед началом помолись, может, кое-что решается ваше дело. Да нет, так, ничего. Еще согласен? Аминь. Согласен. Разговор идет, уже вплотную подходит. Надумал наш Виктор обремениться. Как в народе говорят, осемениться. Игнатий Иванович, и поэтому немножко так туда. Все нужно, что мы делаем, выпрашивать у Бога. Вчера вот маленечко, я заранее думал об этом, разговор этот будет. И как дальше пойдет дело по этому делу. Речь идет о жилье. Но нужно разговаривать и о том, где работать будет, Анна. Это тоже надо уже примерно знать. А жилье это не на первом месте, на третьем. Батюшка, тот, где Никитины были дом, говорит. Батюшка сказал, значит, так и надо делать. Батюшкины слова мимо не пропускать. Все необходимо подготовить. Но здесь надо вот что помнить. Что все, что здесь есть, это комплекс лагерный. И разрушать его, если только я вот так сделаю, как наметку сделали, там уйти куда-то или еще, это вы войдете в историю как разрушительница лагеря. Здесь все связано, настолько связано, и это не день, не два, а с самого основания лагеря. Я его основатель и начальник бессмены. Виктор старший воспитатель. Ну и считай, что бывший, потому что это меняет его статус. И вот у нас тут, у меня стихотворение есть такое, он поет. Характеристика Виктора Савченко. На часах еще лишь 5 без 20. Слышала? Виктор Савченко не спит, Библию читает. Ну а заканчивается как? И положено на музыку «Гори, костер, гори», барабаш Игоря. На апостольском служении он гений. Без запинки путь короткий избирает. Вся опасность, если батюшка вдруг женит, ах, какого лагерь стан вала теряет. Он все тут знал, пахал, заботился. И это выпускать тоже нельзя. Это, даже тут пророчества никакого нет. Это реально. И вот, вам нужен покой. Сколько у вас волнений было, знакомство новое. Сейчас нужен покой. Покой и помаленьку начинать обдумывать. Это место для семейных неприкасаемое. Я подумал, почему тут постоянно роится. Вот они у меня приходят, здесь дети. Я здесь только вышел, вот он лагерь, выскочил туда. Возвращаюсь, дети приходят за водой. Колодец принадлежит одновременно этому и лагерю. Понимаете, как это? Когда человек постоянно здесь и семейный, поневоле вторгается сюда, в стенки зайти, включить. Вы отдыхаете или чего-то, никто не спрашивает. Мы пришли за водой, мы будем освещаться, пока не откроют. Это лагерь, рассуждаю. Баня. Хочешь ты, не хочешь, лагерь принадлежит вместе с баней одному делу. Здесь все связано. И склады, и что внутри. Связано с моими книгами. Построено что здесь. Но жена придет, еще это здесь. Это. Даже она будет говорить, что да нет, я не против. Да, пустующее место. Здесь Володя, здесь Никита. Это значит, думать уже надо не обо мне, не меня одного выковырнуть отсюда, как гнилой зуб вырвать, но и они. Но кроме того, приезжают другие люди, которые здесь. И я вижу, что это место ни с какой стороны неприкасаемое. Статус изменился, ну и проще. По сути дела-то здесь все мое, куда ни поверни. Мой материал до стеклышка и прочее. Но Виктор перевел и думал жить. Но он меняет статус, и все, конечно, меняется. Это что у него там, тарелка-то, это она не удержит ничего. Как лучше сделать?
Я уже не буду говорить, насколько все здесь связано с складами. И одно стихотворение у меня написано: «И три наши усадьбы, и счастье притык». Три. Надежда Васильевна, вот этот, вот этот, это одно. Это комплекс лагерный. Там и игры у нее здесь. Дети постоянно приходят. Здесь мы не раз смотрели смотровой зал. Для семейных это не дело. Когда ты будешь, зачем тебе это нужно? Вот. Ему надо думать, не жить не на мизерную зарплату. Надо заводить хозяйство. В деревне все. Вот Люба одна, она жила, 5 коров держала. 5. Она держала, все у ней было. И 6 пород куриц, еще только не было. Работать надо, засучив рукава. То есть хомут надевает очень серьезный. И надо здесь строить, конечно, ничего не будешь. Да еще строить-то зачем? У Никитиных там все уже готово эти. Сарай, сараюшки. Корова моя у этих... У Янчуков сразу можно взять, заботиться сейчас о сене, чтобы было сено. Сейчас ему ни до лагеря, ни до чего нету. Это другой статус, повторяю. Совершенно другой. Вот. И поэтому надо заботиться, приводить в порядок там баню. Баню он разломал, Миша, варварски. Так не продается усадьба по частям. Ну, жадность на деньги там все сгубила. А здесь баня. Тут можно помыться один раз прийти. Там вода, колодец есть, все. Но, я думаю, вот батюшка сказал подготовить. Подготовить надо, кровать надо, но переходить туда не надо. Тут вот какой нюанс. У нас готовое, то, что называлось гостиница, саманы перешли, все. 4 койки. Вам ничего не надо. А это в процессе самом дела. Там все убрано, готово, заслано, шторки есть, не надо. А там ничего нет, это... Просто за неделю у вас, вам на этой неделе не надо будет волноваться. Потихоньку там подготавливайте, и дальше будет видно. Но будешь ли там это жить, еще это будешь с батюшкой советоваться. И надо это, там не спешить с этим-то, со скотиной и прочее. Но просто перейти. Место есть. Рядом переходите. И вот что тут у Виктора? То у него, он говорит, все в сумке поместится. Одежи немного здесь. Да ему и не надо ее. Когда мы уходим, зиму перейдете сюда. Отсюда переходить. Люди уезжают на летнюю дачу, министры все, и никто не удивляется. Лейк Даун, там лазная у президента США, он не в Белом доме сидит, а где-то. Это место для зимовки, здесь тепло, обдумано, все остальное там можно будет и почистить, и прочее. Это я гляжу самый щадящий, и просто без обсуждения. Возражать, думаю, что можно, они еще возражать тут. Здесь все. Какую книжку-то взять? Ты много ли учить-то сейчас будешь? Там сентябрь один, 10 октября, и нас уже никого здесь не будет. Может быть, тебя попросят пастуха одного оставить. Как он выйдет, так зашли сюда. Весной нажали на кнопку, все, уезжайте на дачу. Сразу перешли туда. Уже тепло, там топить-то не надо. Вам лагерь еще неизвестно, как он нужен, не нужен, а то он вообще не нужен вам. Мы говорим о лагере. Лишиться лагеря — это лишиться больше, чем чего-либо. Потеряевка имеет очень многое благодаря лагерю. Потеряевка имеет очень многое от того, что мы здесь работаем. Вот нынче 12 человек, ты сама знаешь. Ни интернета было, ничего не было. Поэтому я постоянно веду эту связь. Там у меня еще этого не будет. Я вышибленный. Я прикинул, я там, я проснулся. Я не вижу ни лагеря, ни поехать там по этим кочкам скакать, а мне надо в лагерь. Ни на голубятни, я уже сегодня на голубятни накормил, тут понятно. Дальше будет делать Виктор. Кошек я заберу, уеду. Вот она, залезла куда. Но она не продавила, беды никакой тут нету. Так, выключено. Не-не-не-не. Включить надо? Конечно. Перервал, что ли? Нет. Ну, надо говорить. Вот включил, ни слова не сказал, а я уже беру то, что у меня было. Всегда выхожу, выключаю. Вот. Здесь у нас книги. Ко мне приезжают люди. Вот они приехали. Книги-то здесь закрыты. Что я должен думать? Это ясно дело, это уже совершенно другой статус. Тут я ничего не спрашиваю. Захожу сюда, заношу книги, помогите снести. Там вокруг у меня везде все здесь. Но это мой статус. Мой статус. Его ломать, это тоже кое-что потеряется. И думаю, что даже значительно. Нынче крещения, может, ни одного бы и не было. Батюшка весмол, а что крещение-то? Почему? Никого нету, он никого не знает. Все до одного пришедшие здесь, он знакомится с ними уже при крещении. Я у них поручителем. Я думаю, вам это понятно. Если бы мы жили обыкновенной такой жизнью, на той кодиловке, я собрался, сейчас он перешел, места хватает где. Просто хватает, да я и в городе могу пробыть, но это не так.
И нас не то, что никто не поймет, а это перед Богом, как это будет. Тут у меня даже на этом, и то склад лагерный из обуви наверху, на этой, на летней здесь, и Лабас, откуда все мы берем продукты, ты знаешь, все остается в силе. Ты заслуженный деятель в лагере, как есть. Если все-таки случится, чуть не сказал, несчастье, что женишься, окончательно уже будет, то ты приучи жену к этому. Сегодня она будет одета, вот всегда бы она так ходила одета, никогда не снимай эту форму, ты других побудишь. Вот так, как ты одета, это... Я только об этом молился всегда. И, может, через себя, Иоанна, начнется пробуждение. Они как в церковь пришли, мимикрия, переоделись и пошли в другое. Вот. У нас есть, которые не переодеваются. Вот Надежда Васильевна, она такая... У тебя помощница уже здесь есть. Вот. Какие ты увидишь нелады у нас, это ничего не значит. Почему? Потому что у нее другой характер, ее нужно тащить. Исидор Пелосиот святой. Он говорит так. Женщина более привязана к мужу, когда он относится к ней сурово. Сурово, строго держит муж. Тогда она привязана, она понимает. Он открыл уста, ты внимать будешь. Она не верит, что ты заговор, что он заговорил. А не так, что она, что попало, строчит, а вперед даже миллиметра нету, прогляда никакого нет. Вот. Я это думал об этом, молился, и эти нары, да, этажи наши, это уж нары зову, это для многих людей, которые приезжают. А если там в гостиницу приедет, никого нету, зимой тут никто не приезжает. А летом, если кто-то приезжает, лагерь всех принял нынче, сколько было, накормили, и никто, а эти, да не пошли даже к нам, корреспонденты. Корреспонденты двух агентств. Один Рио Новости, а другой какой-то... Гео. А? Агентство Гео. Гео какой-то. Ну что это, может, геополитика какая. Андрей попросился, на бракосочетание будет. Вот, я вам бы сказал, все, то есть, все остается так же. А вам что? Невелика, говорится, у вас арба нагруженная это. Перешли, и все, все остается так же. Вход тут никому не закрыт. И этот дом, это ансамбль лагеря. И он семейным не принадлежит. Меня семейным никто и не считает, она там рядом живет. Тут сразу все меняется. Зимой, я повторил, что зимой это относится здесь. Ну и думать о будущем, это приготавливает тот домик, пока батюшка за это держится. Виктор сейчас спрашивает, почему матушка говорит 200 тысяч, а батюшка 150. Это матушка набавляет, она не набавляет. Это батюшка убавляет. Я предполагаю, что он решил на свадьбу положить 50 тысяч, отдать матушке, чтобы было меньше. Но я думаю, пока ничего не надо платить, у вас денег нет. Посмотрите дальше, как дело будет. Повторяю, на одну там эту, его оклад, пенсию, это не житье. Стучат. А тут делать, я сейчас стучат. Открыто там? Без работы. Так, а нет, зачем идти туда? Так, слушаю вас теперь, пожалуйста. А потом дальше ваш отдельный разговор будет. Мы пока говорим только о жилье. Виктор. Начни с моих рассуждений мои. Или переколоти их, или да. По поводу лагеря, я согласен, конечно. То есть к лагерю относятся эти три усадьбы. Тут даже никаких возражений нету. Все. Значит, вам ничего не надо сейчас, не готовить ничего. Только ключ повернул под ключ данной квартиры. Тот домик на мне, но это все для власти мы держали. Вы считаете, сколько здесь лагерь затратил денег, электроэнергию жгут, это все заплачу. Потому что сейчас, когда уезжали, я подмел все лагерные, все деньги отдал на путешествие. Ну, лагерные люди уехали, ну, у меня есть еще. То есть я все, что привез из города... Что давали тут лагерные были, за книги кто-то заплатил, остальные все бесплатно получили. Я все отдал на путешествие, миссия. Сделал запас, чтобы у них было, и понятно, это не как. Они могут только в воскресенье, завтра быть на месте приедут. В понедельник могут встать, они должны добраться до Мурманска. Так они сразу на Мурманск поехали. Я думаю, указание было. Я им вчера скинул на СМС. Что все, что выше Краснодарского края, это ваш полигон. Смоленская область, все остальное нетронутое.
Воронежская область. Но начать надо с севера. Я сказал, две коробки. Первая, вторая, как мы делали всегда. И вдруг Сергей отвечает, у нас вошло в одну коробку. Как вошло в одну коробку, я не знаю. Но коробки-то, которые поехал Михаил Батугин, он с коробками отдавать начал. То есть не расслышал. Я говорю, а дальше так как? А дальше рот разинутый, ничего уже человек не может сделать. Коробки. Ну тару отдали, а дальше-то во что? Сумки отдал, дальше ничего и нету. То есть вперед на полсантиметра, тебе дальше-то работать с этими, с книгами. Ты как ты будешь их? В подмышкой таскать? И вдруг одна. Сильно помог здесь Вадим Попов. Где-то он достает и привез. Ну, по две я посчитал, это 50 картонок надо. Они уже есть, только свернуть скотчем. И они, видимо, больше размером. Я Сергею сделал запрос, как пошли. Он говорит, не хватает стихов, не хватает первого тома симфонии на жития и 15-го тома, который зимой я попросил, он собрал все, Михаил Седов мне выслал, у меня здесь нету их. 4 книги. Ну и получается 38 было, осталось 34. И он так написал, Сергей, то есть все как есть, все сошлось. 25 лишних коробок этих увезли. Ну это картонка, и такой вес. Понятно, что я только об одном говорю, все не накажешь. Как заходить? Ну, видели же, как я захожу, с чего? Оставлять там копию. Какие отзывы? Тем более у нас сейчас бумага из министерства. Что книги эти в общем пользованием пользуются, они не запрещенные, не экстремистские. Министерство Московской области ответило. И бумага там лежит. Бумага надо копии сделать, везде оставлять. Теперь говорит, только не отдайте оригинал. Ну неужели додумается оригинал отдавать это? Я уже не знаю, что дальше писать. Но гляжу, все-таки, чтобы совет держали они благоразумно. Сейчас отстукаем опять. Уже вчера 5, что ли, этих отправил. СМС. 20 рублей высчитали с меня. А для меня 20 рублей это немало. У меня ничего нету. Но вдруг какой-то Билайн заходит, а Билайн когда говорит, и там что-то, ваш счет, я его даже смотреть не стал. Думаю, началось опять высчитывать. Я с ними боролся и выиграл это. Вот, знаешь как. И вдруг утром я решил проверить, а насколько же они меня нагрели опять. А там кто-то 1000 положил мне. 1000 сверху. Интересно, перед поездкой мне еще прикладывают люди. И теперь я уже разговор не выхожу, а буду с ними. Я так к примеру сказать, как во всем, все мудро. Тебе какие книги-то нужны будут для начала школы-то? Под мышкой унесешь. Подумай о ее работе. Теперь думать тебе надо надвое. На двух каналах работать. Не просто так. Вот. Ну а дальше, вот и все. Если ты совсем согласен, еще скажешь. Рассуждение о квартире, то есть о жилье. С чем согласны, с чем не согласны, или тебе все равно куда потащат? Ну, давай. Ну, я согласна, что нужно домик тут приготовить, нужно ремонт сделать. Это все сразу не сделается. И ну понятно, жить, что выковыривать не меня только надо, выковыривать это дом. А дом, это значит у нас сразу все начинает трясти. И 44 года... Куда попало отдать, это никак. Здесь резко изменится все. Я туда в лагерь уже ездить не буду, я засяду. Трястись мне зачем? Я только выскочил, они ко мне бегут. Да и так понятно. Это лето все здесь. На квартиру это у тебя сегодня просто луч прожектора направь, что здесь лагерь. И на этом все закончено. Никаких, чтобы не было подозрений, а как оформлял дом на тебя. Я много что на себя оформлял. А потом переоформил. Вот у меня там на тебя, на него оформлено полностью все. Я может, завтра уйду. А если я уйду завтра, тогда как? Завтра точно так же даже ее пустую держать летом. Это ставка лагерная. Это основа основ. Здесь электричество оттуда идет. Ну, то есть, еще не посмотри, все отсюда идет. Все из этого дома. Это центр управления лагерем. И уже начальство, и кто приезжает, и друзья, и все-все здесь. А вам летом тут делать-то, собственно, какая разница? Вам покой нужен. А покоя здесь никакого нет. Здесь все время бурлит вот так вот жизнь. А там вы позашли, ну, у вас там, может быть, мыши есть. Вот, только не упускай ее. Она тебе в течение одной недели под орех все подведет. В стенке я выпустил здесь. Я думаю, летом там у мышей-то немного. Посмотреть, там есть, нет, дырка на потолок. Здесь она, о, залезла опять. Она ничего не давит. Если вопросов никаких нет, продолжая там неделю эту, что-то делай к свадьбе, готовься и постепенно туда думать.
почистим после свадьбы. И подготовить там место. Если даже ты будешь жить здесь, то скотина там, там все готово. Здесь не надо ничего строить. И строить это непросто. И материал нужен. Да и зачем? Зачем, когда пустующие там сараи стоят? Значит, тот дом уже на продажу не пойдет. Его нужно сделать как запасным игроком. Я вот все по частям проверил, посмотрел, обошел, помолился. Опять. И ночью. И ответ один четкий и ясный. Это лагерный комплекс, и вырывать это голову оторвать лагерю. Это нам никто никогда не простит, даже из людей. Понятно. Это домик я приобрел, строил Андрей, а все мое. До единой скобки, до единого шурупа мое здесь, вот в этом. Вот. И на мне было. Но так Витя живет здесь, и начали оформлять на него. Я и не претендую на него, но я пока веду лагерные дела. Даже если я лягу, даже если буду парализован, у меня стихотворение написано. И тогда глаза бы только вели. Я посмотрю и в сыновьях оставлю память. А оставить есть что. Вот так. Сейчас идут отзывы. Максим пишет. Меня, говорит, вычислили там. Андрусенко говорит, меня отлучили там от причастия, архиерей. Священник сказал. Я сказал, дайте бумагу. Так, это всегда дается бумага. Священника запрещает или что-то, архиерей на бланке должен дать. Если нет, это пустой звук. Никакого отлучения не было. Это слишком, слишком большое. Даже сан снять со священника, архиерей не может снять его. Это 6 архиереев должно быть. А архиерея снять сан, 12 архиереев. То есть церковь все продумала, чтобы самодур не властвовал. Вот. Архиерей может его за штат вывести, то есть у него полномочия круг определенные. Я начальник лагеря. Мои полномочия, они оговорены, там устав висит где-то. Я их не превышаю. Но это не относится к уставу. Просто вот эти до одной доски, до одного гвоздя в этом, все мое. И вот эти вот что стоят. Ну, Виктор жил здесь, и он хозяин был. Я ему передал. Но статус изменился, и прежде, как раз, если был бы договор, он теряет всякую силу. Никакой. Человек стал другим, перешел в иной разряд. Мы не можем его ни приветствовать, ни хвалить, могу только сожалевать. Ах, какого лагерь стан вала теряет, все на нем лежало. Но я в конце послесловия хочу сказать. Когда я был в Новосибирске, у старобрядцев, там меня они хорошо знали, я везде начал проповедовать, благовествовать. И когда наметилось, что я буду жениться, а жениться где хотел, так я женился не на той, на ком хотел. Собрались старцы и сказали, нет, ты вот на ком женись. А она старше меня на 2 года где-то. Присмотрись, и ты увидишь, сколько здесь. И я послушался. Это редкий, можно сказать, случай сегодня, чтобы... Сейчас он пришел, уже вплотную подошел, а сейчас бы тебе посоветовали. Не ее там бери, там, а у Зины, к слову сказать, сын родился в больнице, помолиться надо. Вот так не делается. Но я поступил даже здесь так. Надежда Васильевна и неприятна, так он не по любви на мне женился, а то другое. Вроде сделка была дочери кесаря за кем-то. Это не так, конечно. Она нравилась, хорошая, поехали к родителям, в ней много положительных качеств. И она понимает, что если ее не тащить, она не дойдет никогда. Нету. И она меня испытывает, как говорит, точила мое, как вот это, поп или как там. Ну и тащить-то сильно не приходится тут. Вот. Ну, а дальше еще тут говорит, дело покажет. Но рассуждать нужно, советоваться нужно. И не торопиться. И вот старцы там собирались когда, и они говорили, один, вот Игнатий Тихонович, вот если вы женитесь, это большое чудо будет, если вы задержитесь на той ступеньке. Женатый катится вниз. У вас ничего не будет уже дальше. Что вы говорите сейчас, стихотворение там рассказывать, я очень много стихов знал. Что проповедуете, ничего не будет. Жена все заглушит. Они говорили на собственном опыте. Но на мне и тут они, как у нас говорят, подскользнулись, ошмыгнулись. Жена помогла мне, наоборот, еще шире поприще. Она везде ходила, магнитофонов не было, проповеди записывала. Мы приходили дома, анализировали, где какие... Не ошибки, а каким стихом я более сильно мог бы аргументированно воспользоваться. А когда беседуешь с сектантами, надо знать сначала до конца. А он не тот стих. Как этот Дыбунов пошли, говорит, а он не тот стих, говорит, стал отвечать, они пришли. Любой стих, любой.
Вот, допустим, о втором пришествии Христа я привожу 72 места Писания. У баптиста только 4. Большая разница. А он берет то место, которое я не думал. Я должен мгновенно сообразить, по какой строке вывести опять на прежнее русло. Это называется по диагонали работать. Но у меня подражателей в этом не было. Все знали плохо Писание. Чуть не так, они сразу сбивались. И я так и никого не увидел, чтобы он полностью, ну, перенял. Для этого нужно Библию знать, знать от корки до корки. И достаточно трех слов, чтобы ты мгновенно вычислил. И оттуда легко бросил нити, на какой стих выйти. А дальше у тебя уже заучено. Вот. Но со мной не получилось и в этом совете. У Виктора не знаю как. Особый разговор, это другое мы запишем. Вот. Вы для нас никто. Откуда появились, чего, мы не знаем совсем вас. Мы видим только то, что вы здесь были. Потому как вы себя ведете здесь, вы всем понравились. Но и женщина чрезвычайно хитрое создание. Она может и одеться, и подражать, и все. До времени. До времени, пока она печать не поставит. Вот как-то смеются, он ее на руках несет на 5-й этаж. Она ему говорит, там называет его Дима или как, и говорит, ну все равно мужа расписалась, можно я сразу на шею перелезу, чтобы не на руках нести. Понятно, что это такая прожорливая тварь, которую не прокормишь. Она все время будет какие-то требования. Я говорю вообще о женской природе. Она меняется только Иисусом Христом, только Духом Святым. Если этого не будет, ничего не будет. Начнете попрекать друг друга чем-то, не допускай малейшего даже где-то. Я расскажу сегодня твои слабости, потому что она, когда наткнется, чтобы она не удивлялась, у нее будет время затормозить. О положительных качествах я сказал. Лучшего жениха сегодня я просто не найду. Крепко верующий, миссионер, спортсмен, учитель, себя обеспечивает, везде на благовестие стремится. Ну, даже нельзя сказать, сегодня знакомых у меня таких никого нету. Соображает, читает Библию, любит Слово Божие, Христа. Но есть у него серьезные проколы, и он как будто бы трудится, а потом глядишь опять туда сваливается. Мы дорогой были, отдельно беседовали. Было такое? Смотри на него внимательно, когда я говорю. Смотри на его реакцию. Потому что со мной ему было тяжеловато. Потому что я отдельно уводил его, отдельно беседовал, говорил. И почему? Почему так я поступил? И вижу, что внутри у него недовольство. А мне это не надо. Вот. Он на пустяках иногда срезается. Один из примеров такой. Я говорю, когда дорогой едем, нужно деньги посчитать. Там евро, мы выходим из зоны шенгенской, нужно посчитать. Простые слова. Предупредил, перед тем, как что-то считать, едем мы, не едем. Шторки должны быть закрыты, чтобы случайно кто не видел. Руки опусти пониже, чтобы из-за двери. Тут все понятно, это спасение жизни где-то. Остановились на остановке. Он сначала говорит, так вы уже посчитали вчера. Вы посчитали, сколько потратили. Меня интересует, сколько осталось. Я отвечаю за каждое евро. И теперь... Стоим на остановке, шторка открыта, рядом кусты, ты никого не видишь. И он, давай деньги считать. Я, конечно, сделал предупреждение, он, гляжу, задела его крепко. Да кто тут? А вот это бабе рву мужа. И об этом не надо говорить, кто. Ты всегда должен делать одинаково. Смотрит, не смотрит. В дороге ты видишь, никого нету. Навык. Я всегда говорю, шторки должны быть закрыты. Шторки. А у нас кран на улице называют колонкой, воду берут-то. Ну, а тут свет-то, они-то на улице в темноте, я никого не вижу, а меня-то видят. Почему богач видел Лазаря? Потому что Лазарь был во свете, Златоуст говорит, а он в темноте, из темноты легко видеть. Надежда Васильевна сразу, ну, окна застывшие, кто что видит? Это в чистом виде женский характер. Я выключил свет, как раз внизу, все растаяло. А как оно растаяло? Я говорю, ты сначала погляди, кто. А там у колонки стоят люди и смотрят нам в окно. И что? Язык на плечо. Да я кто думал, да мне думал, а меня от своих дум тошнит. Навык. Всегда закрытый. А то окна замерзли. Зачем тебе помнить, если замерзли, тебе уже новый вариант надо, по-другому шторки. А теперь темно, по-другому. Тебе не надо, всегда дело одинаково. Вот я выхожу, у меня тут штырек сделан в дверь. А я выхожу кошек накормить, кошки здесь же, полметра. Я обязательно штырек толкну. Почему практика? Опыт. Ник сверху собаки понес, к дверям палочку. А ну, с другой стороны кто-то зайдет, он будет заходить. Я не могу проверить, зашел или нет. Он знает это. То есть все время и навык на кресле механически, начиная как Нейр Армстронг.
благодаря вот этим непрерывнейшим тренировкам, он сумел сохранить модуль, на Луне был. Почему его туда послали? Он самый трудолюбивый был. Я-то просто обращаю на будущее, обратить внимание. Вас не знаем, как в мире говорится, кота в мешке получили. Мы не знаем, но у нас и нет данных, что вы плохая, что вы не тот. Мы у вас дома были, и мать не сказала, что тут лебезишь там никак. И мама видела, что вы искренние, и пришел священник, который там был. И никто не... Я все это беру во внимание. Если бы вы были другие, я бы сказал, ну что ты лебезишь перед ними там? Ты именно такая и есть. И это подтвердило. И мне очень хочется, чтобы ты осталась такой же. Даже заметишь в нем где-то недостаток. Я говорю заранее, чтобы не разочаровалась в нем. Он не умеет давать задний ход. Склонен к побегу. Если не по нему, было такое. Оставил лагерь, сиганул через забор, и больше его не было. Чтобы не бросил, тебя не отошел. Но я не думаю, что это будет. Не думаю, но предупреждаю. Заскок был. Я ему характеристику это написал. Только раз рассупонился. Рассупонился, так конь супой натягивает, хомут, себя сбросил в лагерь. Я-то в стихотворении о нем как раз здесь указал. И ты это знай, сильно не налегай на него. О болячках своих вы должны, конечно, рассказать друг другу заранее, чтобы ты знала. Это у него сильный удар был, или нога переломана там. И... То есть не наступать на болячки, на больные места. Я уже перешел на другое, это отдельно поговорим. А о жилье только так. Мне проще всего уйти. Я сказал, я сейчас поднялся и перешел туда. Все сразу ложится на вас. И здесь вам не продыхнуть и не провернуть. С утра до вечера здесь колготят. Тут не пришли работа. Я уже опять ими занимаюсь. Вот. Вчера побыли там, оттуда дети. А вы хотели, это пришли. Музыкальный провели здесь сеанс. И Муслим Магомаева, Бухенвальс прослушали. И Штоколова. И это... Федора Шаляпина. Робертино Лоретти, они не знают, песняры поют там, этот, Полана Сагинского, как все здесь дети увидели. А они ничего не знают. Это все здесь больше нигде нету. И куда их туда поведут? Да? Смешно даже. Они тут расположились, все. Здесь вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. При нужде я могу принять здесь минимум 6 человек, а максимум 12. Потому что они сделаны, вот маленьких ребятишек так положить можно, взрослые двое. Так, тема закрыта? Закрыта. Закрыта. Это принять нужно с благодарением и с радостью. Как есть. Ищи, говорит, не своего, а что угодно Господу. Я во всем этом, мое пребывание здесь ставлю далеко не на первое место. Вот. В лагере мне, конечно, неудобно там толочься на глазах. Я не переоцениваю свои силы и как это видеть. Мое реноме такое, я его не ломаю, удерживаю. Ну все тогда. Еще надо, ничего не меняется. Бери, забирай там, и много не натаскивай туда. Только мы уезжаем, в этот же день перешли сюда, и к вам больше никто не идет. Только так, в гости кто постучится. Все. Лагерь заканчивается с нашим отъездом. С нашим отъездом. Если кто-то остается один, допустим, Никита, пасти скот, допустим, там мы отдельно обговорим, как, что переходит, а он уйдет туда, чтобы вы могли перейти. Там у нас дров хватает наготовлено, уголька можно и принести, привезти туда. То есть это никакой не вопрос. Вода там рядом берут, вода везде, везде, со всех сторон вода есть. И соседка твоя с этой стороны, и Нина через дорогу. И я завозил эти кольца бетонные, там хотел выкопать, но не получилось. Главный копальщик уехал, Павел наш, он руководил, поднимал, а без него ничего нет. Я вас не обидел разговором? Ну, я рассудил просто, реально смотреть, как это есть. И вы не на улице. Вот здесь это у меня здесь яролаж, там вы заходите, там под иголку все сделано. Чистота, порядок, ну пыль только стряхнет, и все, готово дело. Он вчера уже говорит, а еще одна койка-то. То есть понятно. Это в Польше там, говорит, когда разводятся, я слышал такое, в отдельную комнату сажают, одна ложка, одна чашка, одна постель, и на 2 недели. Как правило, выходят, заново помирились муж и жена. Все одно. Где хочешь, так один горшок. Вот. Там, конечно, все разное. Все, поблагодарим Бога.
Так вопросы у тебя вопросы. Какие-то были? А, ну, это потом, может, попробуйте. Для новокрещенных у меня вопросы, может, отдельно побеседуем? Ну, выходили, так теперь не об этом, а вас закончить мне надо разговор. По жилищу вопросы? Нет. Никаких нету. Закончим, мы отдельно поговорим, сразу другой вопрос. Молись, Виктор, благодари Бога. Благодарим Тебя, Господи, за все Твои благодеяния, милости и щедроты, за эти наставления. Слава Тебе за тихое мирное время. Аллилуйя. Благослови нас, Господи, дар нам мира и любви, согласия по Слову Твоему. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Иоанна, желаешь помолиться? Помолись вслух. Смущается, нет? Смущается. Ничего, во славу Божию. Все, оторвись.